вот с таким видом. Лохматые косички, шапка. Сейчас мы заедем опять в Макдональдс, купим блинчики, кофе. И сразу же на съемки одеваться, собираться. Сегодня у нас очень классные гости. Вы прям будете в шоке какие. Я очень рада, что они пришли к нам. Поэтому пока говорить не буду, оставлю пока в интриге. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и досмотрите это видео до конца. А мы уже приехали. Мама скажет привет. Мама несет весь Макдональдс. Всем привет! Привет! Привет. Скоро будешь не помещаться за свою тумбу. Чего ты растешь каждый день? И камеру протри. А я протерла, она просто цвет такой. Немножко мутный. Что? Забывает. Ой, тут такой крутой свет. Все, тебе надо где только здесь снимать. Завтрак. Завтрак, принцесса. Все платье, это только, а вот это не еще одно платье, это целый хвост у меня будет. Я буду вот так, вот. Напишите мне сколько, можете написать? Все, давай. Ага. Похоже на фею, фею цветов. Вау. И нет человека. Надо забрать это платье потихоня. А давай я это платье беру. А, поговорите, дизайнер здесь. Стоп. Да. Я хоть десять сториз сделаю за это платье. А сейчас ты его будешь носить? Да, вообще, хоть в школу. Мы снимаем новогодний выпуск, поэтому... А тут все красиво. Настоящие. А прикольно было бы снять елки и съесть. Интересно. Надо подумать такое на Новый год. Еще тут такой диско-шер. Сосиска. Давайте ее съедим тоже. Давайте посмотрим мою тумбу. Смотрите, какая красота. Так. Вообще, считаю, супер! Это же, смотрите, кассеты. Андрей, можно нескромный вопрос? Сколько у тебя повязок? Повязок? Банданы? Боюсь, я и сам не знаю. Дорогой Деду Мороз, пожалуйста, подари мне и новую бандану. Деду Мороз, в прошлый раз я просил Ламборгини. Но спасибо за бандану. Начали! Ягода Малинка, грустинка. В общем, встречайте, Хабиб! Я свободен! Ой, красивая, ой, нарядная, вся на стиле ты разрывная.
Ромка хлопает глазами влево-право потолок. Ребят, сейчас мы будем играть в самый крутой челлендж. У нас задача такая. Смотрите, Хабиб, ты звонишь любому участнику из Суперхауса, там, Милане, Наташе, Даре, и говоришь, что ты будешь праздновать этот Новый год в поезде Москва-Казань. Ты должен убедить ребят, чтобы ты прям встречал прям в поезде, прям по реальному. Именно сейчас Новый год в поезде, да? Да, да, Москва-Казань. Все, да, мне, конечно, нету. Серьезно? Это будет лучший Новый год. Что? Все, ладно. Наташ, короче, тут выйдет. Все, я поехал. Прикольно это, когда ты стоишь за кулисами и кричат «Хабиб! Хабиб! Хабиб! Хабиб!» Нурмагомедов! Да, да, и Конор, Конор! Поднимите указательный палец. Ха-ха-ха-ха! Купился! Вырубай яркий свет! Громче делай этот трек! Хабиб, ты согласен, что для создания песни нужно подобно маме? Что нужно? Я переговорю сейчас. Тася, текст звучит так. Ты согласна, что сочинение да, есть я что-нибудь подобно магии? Конечно, для тут лишнее. Теперь я вопрос понял. Ну что, кто следующий? Чудер! 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 Бармен Вова, обращайтесь по номеру 8-800-555-55. Проще позвонить, чем самому все наливать. Нифига! Ну ты рэп зачитал. Это не бойтесь, это шампанское. Группа, зажигайте! Раз, два, три! Надо все вместе в кино пойти. О, да! А я помню, ты нас приглашал. А потом где-то подучить. А потом появилась ягода малинка, и у Хабиба просто стало нет времени. Ну ты нас и после малинки. Я буду вашей классной руководительницей, Снежана Денисовна. У нас будет классный час в кинотеатре, в авиапарке. А потом час на катке. И потом на катке, а потом в Макдональдс. Да! Хабиб, можешь рассказать моим подписчикам что-то и пожелать там привет? Всем подписчикам Таси привет, желаю всем улыбок, счастья и самое главное здоровья. И чтоб ямочки были. Спасибо большое, Хабиб, что пришел к нам в гости. Пока! Челик. Обедик. Ты с мышонок. Дети сделали свой мейк. Ну я считаю, самый крутой мейк мы здесь сделали. Да, у нас. Все, можно стирать. Ну видите, какой визажист юный подрастает. Вау, спасибо. Спасибо. Вот это я такие конфетки видела, но такой огроменный никогда. Это что, можно кушать? Обед же? Да, обед. Давайте поедим конфет. Да, то у меня есть своя рубрика, которая называется «Окей, Таисия». Как? «Окей, Таисия». Знаешь, как говоришь «Окей, Гугл» и там «Окей, Алиса» там? Да. И вот у меня «Окей, Таисия». «Окей, Таисия». И очень прикольно. На Ютубе? Нет, в этой программе. Да, в этой программе. В этом шоу. У вас реально как в Урганте получается. Да. Это в Нью-Йорке. Такой же штук. Я лично вижу 100% сходство.
перчик, ложку вправо, вилку влево. Иногда во время общения в сети люди могут выплескивать на нас свою агрессию. Это и есть кибербуллинг. Я забыла слова. Начали нормальную сторону делать, я нет.